Человек, измученный в очередях, мало способен к активным социальным действиям. Очередь развивает у него комплекс неполноценности. Модный ныне лозунг «как работаем, так и живем» придуман ведь еще в застойные времена. Не знаю. Мне кажется, что мы работаем плохо не потому, что не умеем, а потому, что хорошо работать не дают. Мы все сыны и дочери уравнили. Посредственные работники у нас. На проходивших в конце августа советско-чехословацких переговорах были обсуждены вопросы, связанные с активизацией происков империалистов против социалистических стран, с положением в Чехословакии за последнее время и в связи с временным вступлением на ее территорию войск 5 социалистических стран. Достигнутая договоренность и принятые решения направлены на развитие и укрепление сотрудничества между СССР и Чехословакией. Суть договоренности – стоять на защите социализма, а на самом деле темные антисоциалистические силы действовали. И действовали все более нагло. На улицах распространяли газету «Литерарные листы», в которой 13 июня было напечатано: «КПЧ осуществляет свою руководящую роль, хотя не имеет на это ни морального, ни политического права». В эти же дни можно было прочесть: «Коммунистическую партию Чехословакии необходимо считать преступной организацией и выбросить ее из общественной жизни». Литерарные листы опубликовали обращение 2000 слов, в котором содержался открытый призыв к борьбе против коммунистической партии Чехословакии. Вот они, главные идеологи еженедельника «Литерарные листы». Душан Гамшик, Людвиг Веселый, Иван Клима, Антонин Лим. В этом здании гнездилась контрреволюционная организация «Клуб 231», во главе которой стояли старый фашист Бродск, антисоциалистических, антисоветских взглядов. Послушайте, что он говорит молодежи. Цензура, друзья, перестала существовать. Ура! Думаю, что свободный обмен мнениями покажет, в каком направлении нам идти, чтобы снова попасть в Европу. Разжигая национальные страсти среди молодежи, сеяли анархию, чтобы воспользоваться ею для свержения социалистического строя в Чехословакии. На улицах Праги они организовали сбор подписей под текстом обращения «Опасный поворот событий». В этих целях в Чеерне над Тисой была устроена встреча членов Политбюро ЦК КПСС и членов Президиума ЦК КПСС. Вслед за этим в Братиславе собралось совещание представителей 6 коммунистических и рабочих партий социалистических стран. Заявление коммунистических и рабочих партий социалистических стран явилось серьезным вкладом в борьбу за упрочение позиций социализма против подрывной деятельности и агрессивной политики империализма. Канцлер ФРГ Киссинджер. Это ему принадлежат слова: укреплять Запад, возвратить ему украденные у него немецкие, славянские, мадьярские и румынские территории путем мирного использования всех политических возможностей. Ему вторил Вилли Брандт: было бы хорошо, если бы советское присутствие в Центральной Европе сократилось. О чем они мечтали? Вот границы Чехословакии. Вырвав Чехословакию из социалистического содружества, они хотели бы вбить клин, который развалил бы на две половины страны Варшавского договора. ГДР и Польша останутся на севере, Венгрия, Болгария и Румыния на юге, без прямой между ними связи. А войска НАТО смогут тогда выйти непосредственно к советской границе. Руководствуясь принципами Братиславского заявления, в соответствии с существующими договорными обязательствами, Советский Союз и другие социалистические государства направили в Чехословакию свои войска
чтобы оказать народу поддержку в защите его социалистических завоеваний. Советские воины пришли в Чехословакию как братья, помочь своим друзьям. Но словно по единому сигналу поднялись антисоциалистические силы. Появились провокационные надписи. Стали бесчинствовать нечесанные юнцы, непрерывно подогреваемые подпольными радиостанциями и передачами из ФРГ. Смотрите внимательно на эти кинокадры, снятые зарубежными кинооператорами. Взорвавшиеся бандиты поджигают советские машины, бронетранспортеры, провоцируют советских воинов выстрелами из-за угла, устраивают поджоги. Лейтенант Ивановский. Двадцать пять лет прошло с тех пор. Военная мощь нашей Родины несокрушима. Ужасающим по своей силе оружием оснащены теперь советская армия и военно-морской флот. Добровольных спортивных обществ столицы. Праздничное веселье в колоннах демонстрантов. Оно разлилось по всем улицам и площадям столицы. Вот так весело жить, хорошо учиться. В этом году, принимая участие в работе 12-го всемирного фестиваля, мощь страны Советов, научно-технический потенциал таковы, что никто не должен сомневаться способности и решимости Советского Союза ответить на любой вызов. Новые программные документы партии раскрывают величие наших целей, намечают реальные пути их достижения. Вас страна вышла на финишную прямую решающего года девятой пятилетки. Слова «Москва и мир» Леонид Ильич Брежнев, обращаясь к его делегатам, сказал: «Вы можете положиться на советский народ, который и в И по форме, и без формы научились мы бузить. И у всех свои платформы, только нечего грузить. Ну что, метко сказано, особенно по отношению к экономике». Вынесенный на рассмотрение съезда вопрос о мерах по оздоровлению экономики, этапах экономической реформы и принципиальных подходов к разработке 13-го пятилетнего плана, один из ключевых и диктуется крайне сложным экономическим положением страны. Современное экономическое положение страны, безусловно, обусловлено комплексом взаимосвязанных причин, негативные застарелые факторы глубинного характера.
Это крайне деформированная структура общественного производства, ориентированная в первую очередь на развитие тяжелой индустрии, а не на потребителя. Это отсталый технический уровень производства потенциала во многих отраслях, а также ставшая хроническая невосприимчивость народного хозяйства к научно-техническому прогрессу. И как следствие, низкая эффективность и прежде всего жизненно важных сферах экономики. Нельзя сказать, что эти причины не были известны раньше. Были, но совершенно очевидно, и это надо откровенно сегодня признать, что на первом этапе перестройки мы недооценили их сложность, масштабность, и поэтому сделали излишний оптимистичный вывод о возможности их быстрого преодоления и при том на широком фронте преобразования. Сегодня ясно, что осуществление многих из них потребует длительного времени. Да пускай меня застрелят, чем жить в нищенстве. Ну, чем ходить, а на коленях, как сейчас. Чего вы видите? Ты все не на коленях, ты вот встал с колен-то еще. Я разве пытаюсь с колен встать, а ей не даю. В известиях Нуйкин разразился статьей относительно того, что не надо на Горбачева так наседать и так далее, и так далее. Надо учесть его, так сказать, личное, что ли, устремление. Не уходил домой. Редко, слишком редко говорим мы друг другу добрые слова. Наверное, жизнь ожесточила. А уж о руководителе страны, особенно после стольких лет идолопоклонства, доброго слова сегодня почти не услышишь. Как-то не принято. И в этом, наверное, из них ничем не рисковал. Ничем не выделялся в застойную эпоху на общем фоне. И даже Борис Николаевич Ельцин ранее с такой же страстью защищал монополию государственной собственности, с какой сейчас борется за рыночную экономику. И винить его не в том. Политическая реформа нужна. И что касается духовного состояния, морального состояния общества, надо лечить и основательно. Только в этом случае мы дадим кислород, второе дыхание нашей стране, нашему обществу, народу. Я подтверждаю, что сижу на своем стуле, коммунист, остаюсь им убежденным. Для кого-то это фантазия и так далее, где-то что-то там летающее. Для меня это цель, к ней далеко, надо идти через этапы. Сегодня перестройка – это спасение социализма, это открытие второго дыхания, всего, что заложено в этом строе, народном строе, где можно в рамках этой системы можно решать вопросы в интересах человека, более справедливым, сделать наше общество более гуманным, демократичным. И я уверен, не на... Вот он, сердечно, искренне и горячо поздравляем вас с днем вашего рождения. Мне выпала большая честь, искренняя радость вручить вам, Леонид Ильич, высокую правительственную награду. Леонид Ильич Брежнев награжден орденом за большие заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством, за исключительно плодотворную деятельность в деле укрепления экономического, политического и оборонного могущества нашей Родины, борьбы. Сейчас здесь около 300 санаториев, пансионатов, лечебниц, домов отдыха. Почти 8 миллионов человек приезжают отдыхать на Крымское побережье и в летние, и в зимние месяцы. Забота о здоровье. Последние предпраздничные дни уходящего года. У них особый, только им присущий облик. Предновогодние дни – традиционная пора многочисленных новоселий. Эти кадры сняты в городе Ивано-Франковске на Украине. В минувшем году значительно расширен ассортимент мебели для разнообразных типов новых квартир. По традиции дары южной природы. Богатый урожай собран на цитрусовых плантациях Абхазии.
радостны и полны приятных хлопот предновогодние дни. Славен был год уходящий. Добрый путь, год наступающий. С праздничным приветом. На Красной площади парадные колонны слушателей военных академий, будущих командиров и политработников частей и соединений. Богатыри широкоплечие, с орли... Все, что создано народом, должно быть надежно защищено. Это дает спокойно жить, работать, приумножать революционную и трудовую славу октября. На автомашинах парашютисты. На площадь вступают колонны представителей трудящихся столицы. В праздничном оформлении колонны трудящиеся нашей страны выражают свою решимость успешно претворить для народов нашей страны великое единение партии, правительства и народа. Командует парадом генерал армии Москаленко. Начинается торжественный марш войск. По традиции его открывают слушатели военных академий. Первыми идут слушатели военных. Академия бронетанковых и механизированных войск имени... Набережные улицы, разрушенные немцами. Stole from the collieries of the Donbass 2,550 coal-cutting machines. 1,370 electric locomotives, 104,860 wagonettes. The giant Stalin machine building works in Kramatorsk. It employed 20,000 workers and its 20 departments covered an area of 250 acres. Before their retreat, the Germans blew up and destroyed the Stalin works. They smashed 1,000... Достижения науки и техники. То, на что, казалось, требовались еще десятилетия, мы совершили почти за один год.
первого искусственного спутника Земли. Это должно будет помочь разрешению главной проблемы немецкого народа – восстановлению единства страны. Но дело объединения надо предоставить самим двум государствам, существующим сейчас в Германии. Газета «Рангуна» писала... ...сельскохозяйственных рабочих. Сбылась мечта венгерского крестьянина. Члены парламента и представители местного управления вручили крестьянам Уйпешского района грамоты на право пользования землей. Первой армии, которой командовал Василий Иванович Кузнецов, между прочим, в составе которой был... ...ленный на смягчение международного напряжения, о неодолимом движении советского народа вперед... полной победе коммунизма. Советские воины и воины союзных армий пришли в Чехословакию как братья по классу, сыновья народов, спаянных нерасторжимыми узами интернациональной дружбы. На улицах и площадях в салон. Однако реакционные силы не прекращают попыток накалить политическую атмосферу. Они провоцируют инциденты, сеют среди населения нервозность, стремятся восстановить его против союзных, выводят из строя средства связи и транспорта. Они выразили глубокие соболезнования семье и близким покойного. Гевич Горбачев. Дорогие товарищи, мы провожаем последний путь Константина Устиновича Черненко. В этот скорбный час советские люди воздают дань глубокого уважения верному сыну нашей партии и народа, стойкому борцу за благородные коммунистические идеалы, Жил Лопада. Часть пробивается с огромным трудом, большие силы. Но предполагается поездка в те края. Движение воинских колонн идет сосредоточение войск перед возвращением на родину. На ближних и дальних подступах выставляются дополнительные сторожевые посты, которые будут обеспечивать безопасность частей и подразделений. Измученный в очередях, мало способен к активным социальным действиям. Очереди развивает у него комплекс неполноценности. Модный ныне лозунг «Как работаем, так и живем» придуман ведь еще в застойные времена. Не знаю. Мне кажется, что мы работаем плохо не потому, что не умеем, а потому, что хорошо работать не дают. Мы все сыны и дочери уравниваем. Посредственные работники у нас... На проходивших в конце августа советско-чехословацких переговорах были обсуждены вопросы, связанные с активизацией происков империалистов против социалистических стран, с положением в Чехословакии за последнее время и в связи с временным вступлением на ее территорию войск пяти социалистических стран. Достигнутая договоренность и принятые решения направлены на развитие и укрепление сотрудничества между СССР и Чехословакией. Суть договоренности – стоять на защите социализма, а на самом деле темные антисоциалистические силы действовали. И действовали все более нагло.
На улицах распространяли газету «Литерарные листы», в которой 13 июня было напечатано: «КПЧ осуществляет свою руководящую роль, хотя не имеет на это ни морального, ни политического права». В эти же дни можно было прочесть: «Коммунистическую партию Чехословакии необходимо считать преступной организацией и выбросить ее из общественной жизни». «Литерарные листы» опубликовали обращение 2000 слов, в котором содержался открытый призыв к борьбе против Коммунистической партии Чехословакии. Вот они, главные идеологи еженедельника «Литерарные листы»: Душан Гамшик, Людвиг Веселый, Иван Клима, Антонин Лим. В этом здании гнездилась контрреволюционная организация «Клуб 231», во главе которой стояли старый фашист Бродск, антисоциалистических, антисоветских взглядов. Послушайте, что он говорит молодежи. Цензура перестала. Цензура, друзья, перестала существовать. Ура! Думаю, что свободный обмен мнениями покажет, в каком направлении нам идти, чтобы снова попасть в Европу. Разжигая национальные страсти среди молодежи, сеяли анархию, чтобы воспользоваться ею для свержения социалистического строя в Чехословакии. На улицах Праги они организовали сбор подписей под текстом обращения «Опасный поворот событий». В этих целях в Чеерне над Тисой была устроена встреча членов Политбюро ЦК КПСС и членов Президиума ЦК КПСС. Вслед за этим в Братиславе собралось совещание представителей 6 коммунистических и рабочих партий социалистических стран. Заявление коммунистических и рабочих партий социалистических стран явилось серьезным вкладом в борьбу за упрочение позиций социализма против подрывной деятельности и агрессивной политики империализма. Канцлер ФРГ Киссинджер, это ему принадлежат слова: укреплять Запад, возвратить ему украденные у него немецкие, славянские, мадьярские. Парадные колонны слушателей военных академий, будущих командиров и политработников частей и соединений. Богатыри широкоплечие, сорли. Все, что создано народом, должно быть надежно защищено. Это дает спокойно жить, работать, приумножать революционную и трудовую славу октября. На автомашинах парашютист. Площадь вступают колонны представителей трудящихся столицы. В праздничном оформлении колонны трудящиеся нашей страны выражают свою решимость успешно претворить для народов нашей страны великое единение партии, правительства и народа. Командует парадом генерал армии Москаленко. Начинается торжественный марш войск. По традиции его открывают слушатели военных академий. Первыми идут слушатели военных. Академия бронетанковых и механизированных войск имени...
набережной улицы, разрушенной немцами. Stole from the collieries of the Donbass 2,550 coal-cutting machines, 1,370 electric locomotives, 104,860 wagonettes. The giant Stalin machine-building works in Kramatorsk. It employed 20,000 workers, and its 20 departments covered an area of 250 acres. Before their retreat, the Germans blew up and destroyed the Stalin works. They smashed 1,000... Стараясь быстрее внедрять в производство достижения науки и техники. То, на что, казалось, требовались еще десятилетия, мы совершили почти за один год. Праздничное веселье в колоннах демонстрантов. Оно разлилось по всем улицам и площадям столицы. Вот так весело жить, хорошо учиться. В этом году, принимая участие в работе 12-го всемирного фестиваля, мощь страны Советов, научно-технический потенциал таковы, что никто не должен сомневаться способности и решимости Советского Союза ответить на любой вызов. Новые программные документы партии раскрывают величие наших целей, намечают реальные пути их достижения. Вас страна вышла на финишную прямую решающего года девятой пятилетки. Слова «Москва и мир» Леонид Ильич Брежнев, обращаясь к его делегатам, сказал: «Вы можете положиться на советский народ, который и в и по форме, и без формы научились мы бузить. И у всех свои платформы, только нечего грузить. Ну что, метко сказано, особенно по отношению к экономике». Вынесенный на рассмотрение съезда вопрос о мерах по оздоровлению экономики, этапах экономической реформы и принципиальных подходах к разработке 13-го пятилетнего плана, один из ключевых и диктуется крайне сложным экономическим положением страны. Современное экономическое положение страны, безусловно, обусловлено комплексом взаимосвязанных причин, негативные застарелые факторы глубинного характера. Это крайне деформированная структура общественного производства, ориентированная в первую очередь на развитие тяжелой индустрии, а не на потребителя. Это отсталый технический уровень производства потенциала во многих отраслях, а также ставшая хроническая невосприимчивость народного хозяйства к научно-техническому прогрессу. И как следствие, низкая эффективность и прежде всего жизненно важных сферах экономики. Нельзя сказать, что эти причины не были известны раньше. Были, но совершенно очевидно, и это надо откровенно сегодня признать, что на первом этапе перестройки мы недооценили их сложность, масштабность, и поэтому сделали излишний оптимистичный вывод о возможности их быстрого преодоления и при том на широком фронте преобразования. Сегодня ясно, что осуществление многих из них потребует длительного времени. Далее.
Да пускай меня застрелят, чем жить нищенствую. Ну, сам себя. Все правильно. Чем ходить, на коленях, как я живу. Чего вы видите? Ты все не на коленях, ты вот встал с колен-то еще. Я разве пытаюсь с колен встать, а ей не даю. В известиях Нуйкин разразился статьей относительно того, что не надо на Горбачева так наседать и так далее, и так далее. Надо учесть его, так сказать, личное, что ли, устремление. Не уходил домой. Редко, слишком редко говорим мы друг другу добрые слова. Наверное, жизнь ожесточила. А уж о руководителе страны, особенно после стольких лет идолопоклонства, доброго слова сегодня почти не услышишь. Как-то не принято. И в этом, наверное, жизнь ничем не рисковал. Ничем не выделялся в застойную эпоху на общем фоне. И даже Борис Николаевич Ельцин ранее с такой же страстью защитил румынские территории путем мирного использования всех политических возможностей. Ему вторил Вилли Брандт. Было бы хорошо, если бы советское присутствие в Центральной Европе сократилось. О чем они мечтали? Вот границы Чехословакии. Вырвав Чехословакию из социалистического содружества, они хотели бы вбить клин, который развалил бы на две половины страны Варшавского договора. ГДР и Польша останутся на севере, Венгрия, Болгария и Румыния на юге без прямой между ними связи. А войска НАТО смогут тогда выйти непосредственно к советской границе. Руководствуясь принципами Братиславского заявления, в соответствии с существующими договорными обязательствами, Советский Союз и другие социалистические государства направили в Чехословакию свои войска, чтобы оказать народу поддержку в защите его социалистических завоеваний. Советские воины пришли в Чехословакию как братья, помочь своим друзьям. Но словно по единому сигналу поднялись антисоциалистические силы. Появились провокационные надписи. Стали бесчинствовать нечесанные юнцы, непрерывно подогреваемые подпольными радиостанциями и передачами из ФРГ. Смотрите внимательно на эти кинокадры, снятые зарубежными кинооператорами. Взорвавшиеся бандиты поджигают советские машины, бронетранспортеры, провоцируют советских воинов выстрелами из-за угла, устраивают поджоги. Лейтенант Ивановский. Двадцать пять лет прошло с тех пор. Военная мощь нашей Родины несокрушима. Ужасающим по своей силе оружием оснащены теперь советская армия и военно-морской флот. Добровольных спортивных обществ столицы.
защищал монополию государственной собственности, с какой сейчас борется за рыночную экономику. И винить его не в том. Политическая реформа нужна. И что касается духовного состояния, морального состояния общества, надо лечить и основательно. Только в этом случае мы дадим кислород, второе дыхание нашей стране, нашему обществу, народу. Я подтверждаю, что сижу на своем стуле, коммунист, остаюсь им убежденным. Для кого-то это фантазия и так далее, где-то что-то там летающее. Для меня это цель, к ней далеко, надо идти через этапы. Сегодня перестройка – это спасение социализма, это открытие второго дыхания, всего, что заложено в этом строе, народном строе, где можно в рамках этой системы можно решать вопросы в интересах человека, более справедливым, сделать наше общество более гуманным, демократичным. И я уверен, не на... Вот он, сердечно, искренне и горячо поздравляем вас с днем вашего рождения. Мне выпала большая честь, искренняя радость вручить вам, Леонид Ильич, высокую правительственную награду. Леонид Ильич Брежнев награжден орденом за большие заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством, за исключительно плодотворную деятельность в деле укрепления экономического, политического и оборонного могущества нашей Родины, борьбы. Сейчас здесь около 300 санаториев, пансионатов, лечебниц, домов отдыха. Почти 8 миллионов человек приезжают отдыхать на Крымское побережье и в летние, и в зимние месяцы. Забота о здоровье. Последние предпраздничные дни уходящего года. У них особый, только им присущий облик. Предновогодние дни – традиционная пора многочисленных новоселий. Эти кадры сняты в городе Ивано-Франковске на Украине. В минувшем году значительно расширен ассортимент мебели для разнообразных типов новых квартир. По традиции дары южной природы. Богатый урожай собран на цитрусовых плантациях Абхазии. Радостны и полны приятных хлопот предновогодние дни. Славен был год уходящий. Добрый путь, год наступающий. С праздничным приветом! Красной площади. Человек, измученный в очередях, мало способен к активным социальным действиям. Очереди развивает у него комплекс неполноценности. Модный ныне лозунг «как работаем, так и живем» придуман ведь еще в застойные времена. Не знаю. Мне кажется, что мы работаем плохо не потому, что не умеем, а потому, что хорошо работать не дают. Мы все сыны и дочери уравнили. Посредственные работники у нас. На проходивших в конце августа советско-чехословацких переговорах были обсуждены вопросы, связанные с активизацией происков империалистов против социалистических стран, с положением в Чехословакии за последнее время и в связи с временным вступлением на ее территорию войск 5 социалистических стран. Достигнутая договоренность и заявление коммунистических и рабочих партий социалистических стран
явилась серьезным вкладом в борьбу за упрочение позиций социализма против подрывной деятельности и агрессивной политики империализма. Канцлер ФРГ Киссинджер. Это ему принадлежат слова. Укреплять Запад, возвратить ему украденные у него немецкие, славянские, мадьярские и румынские территории путем мирного использования всех политических возможностей. Ему вторил Вилли Брандт. Было бы хорошо, если бы советское присутствие в Центральной Европе сократилось. О чем они мечтали? Вот границы Чехословакии. Вырвав Чехословакию из социалистического содружества, они хотели бы вбить клин, как это решение, направленное на развитие и укрепление сотрудничества между СССР и Чехословакией. Суть договоренности – стоять на защите социализма, а на самом деле темные антисоциалистические силы действовали. И действовали все более нагло. На улицах распространяли газету «Литерарные листы», в которой 13 июня было напечатано: КПЧ осуществляет свою руководящую роль, хотя не имеет на это ни морального, ни политического права. В эти же дни можно было прочесть: Коммунистическую партию Чехословакии необходимо считать преступной организацией и выбросить ее из общественной жизни. Литерарные листы опубликовали обращение 2000 слов, в котором содержался открытый призыв к борьбе против Коммунистической партии Чехословакии. Вот они, главные направления нам идти, чтобы снова попасть в Европу. Разжигая национальные страсти среди молодежи, сеяли анархию, чтобы воспользоваться ею для свержения социалистического строя в Чехословакии. На улицах Праги они организовали сбор подписей под текстом обращения «Опасный поворот событий». В этих целях в Чеерне над Тисой была устроена встреча членов Политбюро ЦК КПСС и членов Президиума ЦК КПСС. Вслед за этим в Братиславе собралось совещание представителей 6 коммунистических и рабочих партий социалистических стран, идеологи еженедельника «Литерарные листы». Душан Гамшик, Людвиг Веселый, Иван Клима, Антонин Лим. В этом здании гнездилась контрреволюционная организация «Клуб 231», во главе которой стояли старый фашист Бродский. Антисоциалистических, антисоветских взглядов. Послушайте, что он говорит молодежи. Цензура перестала. Цензура, друзья, перестала существовать. Ура! Думаю, что свободный обмен мнениями покажет, в каком...